В Омском цирке завершают основные работы уже в пятницу. Ремонт, по сути, будет закончен. Первых зрителей обновленное здание встретит до Нового года. Начиная с 25 декабря на протяжении всех зимних каникул, цирк будет давать по два представления в день. Стоимость билетов от 250 до 1200 рублей. Среднее место будет стоить около 700. Стоит ли новый омский цирк таких денег? Одной из первых по залу после капитального ремонта прошла Екатерина Хлемьязева. Ей слово. Главное изменение в омском цирке заметно уже с порога. В нос больше не бьет. Знакомый с детства запах животных. Обещают, что так будет, и когда вольеры уже заполнятся, ведь теперь работает мощная система вентиляции. О красоте холлов пока судить рано. Все покрыто строительной пылью. Кажется, что работы в самом разгаре. Рабочие говорят, это завершающие штрихи. Главное, зрительный зал почти готов. Из зала исчезли старые неудобные сиденья. Дирекция уверяет, вот такие кресла стоят в лучших цирках страны. Для зрителей добавили сразу две ложи. Правда, само сердце цирка, манеж, пока не готово. Уложен только первый слой покрытия из шести. Впереди еще испытание на прочность. Манеж должен выдержать галоп лошадей. Однако артисты, которые приехали на открытие о новом здании, уже говорят с восторгом. Я очень рада за омичей, которые будут ходить сюда и водить своих детей, и не будет вот этих отзывов, как бывает сейчас в других цирках. Какая бы ни была замечательная программа, в конечном итоге весь отзыв сводится к тому, что ужасные условия, ужасные сиденья, ужасные там туалеты, запах определенный. Здесь этого ничего не будет. Изменения ощутят на себе и животные. Все вольеры полностью обновлены. В каждом из них можно вручную устанавливать температуру, чтобы каждому зверю было комфортно. Поэтому в этом помещении можно держать и слонов, и медведей, и морских животных. Первая программа, которая пройдет в цирке после ремонта, будет называться «С Новым годом, с новым цирком». Один из аттракционов недавно взял главную цирковую премию в Монте-Карло. Это такой номер, акробаты и подкидные доски. 17 человек в нем участвуют. Это потрясающей красоты и невероятной сложности трюков такой будет аттракцион. Новое цветовое оформление цирка – единственное, что уже успели оценить. Омичи многих оставило недовольными. Его сравнивают и с детсадовской верандой, и с бистро. Понравится ли горожанам то, что внутри, станет известно уже 24 декабря. Именно тогда здесь пройдут первые представления. Екатерина Хлемьязева, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.